ребята, Кентуха на проводе, и прямо сегодня у нас будет рубрика «Всегда говори да», Анетка, поздоровайся! Ну, всем привет, с вами я, Анетка Конфетка, Кентусик, тебе попка! Короче, ребята, если мне Анетка в этой рубрике скажет, например, продать Керамбит Голд, я должен буду сказать «Да» и продать Керамбит Голд. Если она скажет продать АВМ Спорт В2, я тоже его продам. Если она скажет продать мой любимый USP за 3 голды, я тоже его продам. Анетка, я очень надеюсь, создание будет не жестокие. Скажи мне, пожалуйста. Честно? Очень жестокие. Анетка! Ну а перед началом данного ролика я хотел бы именно тебе подарить один холлинский пак бесплатно. И чтобы получить именно первое, поставить лайк и подписаться на мой канал. Во-вторых, написать либо хороший комментарий, плюс твой ID. И третье, самое главное, посмотреть все видео от начала до конца без перемоток. Всем желаю удачи, а мы идем дальше. Ну что, Кентусик, ты готов к первому заданию? Я готов. Ну! Да, да. Я да. Чуть не слышу тебя, плохо слышу. Да! Тогда продай Керамбит Голд за 0.03. Так я что-то не понял, какой Керамбит Голд. Ну ладно, 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 окей, я шучу, конечно же, пока шучу. А ну покажи свой инвентарь, пожалуйста. Мне очень интересно посмотреть, что я очень бедный, посмотри, у меня самые дешевые наклейки, рарочки. Не трогай, святой, не трогай инвентарь, посмотри, это все, что у меня есть. Давай, листай, не стесняйся, не стесняйся. Вот, смотри, это все, что у меня есть. Не стесняйся, стоп, а ну чуть повыше, да, вот так, стоп. А я вижу АКР Спорт. А ну нажми, нажми. Нет, нет, нет. Не смей, не смей, не смей. Он стоит 1000 голды. Тихо. Я хочу первое задание — стереть самую-самую дорогую наклейку. Давай, стирай, даю 5 секунд. Нет, 10 секунд. Раз. Нет, два, нет, нет. Три. Ты ненормальная. Четыре. Ты ненормальная. Пять. Ты ненормальная. Шесть. Семь. Все, все, восемь. Все, все, все. Это ж не самая дорогая. Это наклейка. Самая дорогая, ты шутишь? Чем меня вообще держишь? Да это самая дорогая! Хорошо, ты меня вывел. Стирай еще раз самую да дорогую наклейку. Все, стер, 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 стер. Молодец, молодец, молодец. Ну что, ты готов ко второму заданию? Ну да, я готов. А что, у меня варианты есть. Я готов, конечно. Ты должен купить 3 скина с Origin коллекции и 7 скинов с любой другой коллекции и сделать все возможное и невозможное, чтобы тебе выпал АКР ТХ. Ты согласен? Да! Ты ненормально. То есть мне надо купить легендарки с Origin коллекции 3 штуки? Ты знаешь, сколько они стоят? Ты знаешь, сколько они стоят? Ты ненормальная. Анетка, я тебе приду по попе надаю. Подожди, а если я не скрафчу АКРТХ, что тогда? Это еще жестче. 5 minutes later. Ну давай, делай крафт, да что ты вообще меня этот отвлекаешь? Хочешь сделать крафт? Да как-то не очень. А я хочу, и ты хочешь, ведь так? Да. Ахалай, махалай. Бабе жену Анетки отпадай. Давай, давай, КРТХ, давай! Блин! Нет, 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 нет. Какие нет, ты рад? Ну скажи, ты рад этому скину? Очень рад. Конечно рад, я вижу, поэтому ты его продашь за 0.03. Ты ведь согласен? Что? Ну, я вижу, за 0.03 согласен. Да, я согласен, всегда мечтал, конечно. Давай, продавай. Продавай, ж... давай, 10 секунд даю, иначе будешь 2 их продавать. Давай, быстрее. Продай, продай, 0. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все, я продал, продал, продал. Ладно. Короче, открывай, пока не выпадет аркана. Или когда я не скажу слово стоп. А я что, его открывай? Рыбу кисечек, давай кисечек открывай. Ты знаешь, как они стоят по 190 голды. Открывай. Да, я очень сильно хочу. Эй, капец. Я мечтал. Вот я сегодня ночью спал и думал, вот бы сейчас бы все равил кисечки подкрывать. Аркана, иди к папе. Давай, давай. Нет, нет, нет. А что здесь смешно? Тебе что-то не нравится? Ты со мной нормально разговаривай? Давай, открывай, открывай второй кейс. Открывай, 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 открывай. Да, конечно.
пощади! Ну, смотри, как рекромансер выпал! Ну, не статрек же! Тебе нравится вообще открывать? Да, очень нравится! Вот и открывай, что ты туда начинаешь! Ну, давай открывай! Поехали! Аркан, Аркан, а ты где? Аркан, спаси меня! Блин, опять эпик! Давай, открывай, я еще не говорила! Еще? Это ненормально! Открывай! Хорошо, я открываю, я открываю! Дима, распустил, вызывай его быстрее! Блин! Пожалуйста, если спасибо! Если прощай! А, все, давай еще раз! Еще один! Не еще один! Ты думаешь, я их печатаю? Ты думаешь, у меня тут целая фабрика этих равных кисточков? Аркана, иди к папе! Арка! Ай! Пожалуйста, статрек хотя бы. О, статрек, пощади! Это знак свыше! Если 10 раз присядешь, я тебя, возможно, прощу. На бутылку! Да, без проблем! Держи! Раз, два, три. Голова кружится, мне тяжело. 5 minutes later. Молодец, ты выполнил это задание! Ура! Хоть что ты выполнил? Ты готов услышать 4-е задание? Я всегда готов. Да, готов, я готов. Хорошо. Да. Ты должен пойти в закладку и... Киллинуть 2 противников с ножа. Да ты что шутишь? Думаю, что это невозможно. Возможно, ну ты согласен? А у меня что есть варианты, конечно, согласен. Если ты не пройдешь это задание, у меня есть еще более крутое задание. Ну, для меня крутое, для тебя... Поехали! Опа! Взял дигла. Подожди, выбрасывай, выбрасывай. Зачем? Ты хочешь выбросить? Да! Что, мне так играть надо? Надо замочить двоих противников, правильно? Конечно! Там какие-то киберспортсмены играют, ты видел? Моего тиммейта прямо на моих глазах замочили. Смотри, это мой тиммейт. Что с ним произошло? Брат, братан, братишка. А у тебя уши вообще работают? Да, да, они идут. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Тише. Ля-ля-ля-ля-ля. Я не слышал. Я вообще не слышал. Ля-ля-ля-ля-ля. Мне страшно, мама. Мамочки. У тебя 3 раунда. Ё-моё, меня какой-то снайпер замочил. Ты это должен 100% раунд взять. Ты ж хочешь этого? Да я хочу. Я хочу. То есть у меня осталось 2 раунда. С 2 раунда должен сделать минус 2 с ножа, правильно? Конечно. О, смотри, пишет. Кент это ти. Брат, это я. Помоги. Помоги. Капец, мне страшно. Ты посмотри. Только что мы у тебя это замочили. Ой-ой-ой. Так, давай, ты иди первый, тебе не жалко. Я у мамы один. Что ты на меня смотришь? Что ты... Ой, блин. На моих глазах! Ну, это... Да стой, отодвинься, жирный! Отодвинься! О, смотри, он чисто всю команду перемочил. Ты должен одного все равно. Сюда, пыль! Минус 2! Да! Я это сделал! Да! Это было невозможно! Обалдеть! Я не ожидал! Я не ожидал! Все, Эндодроид мохнатый. Кто это меня обозвал? Я не понял. Извинись, я тебя прощу. Извиняюсь. Готов к следующему заданию. 5-е задание. Оно будет очень горячим. Ты готов купить любой скинет с Арканой за 1 минуту? Да? Да! С наклейкой Арканы купить любой скин за 1 минуту. А когда конечно! Время, пойдет? Время пошло! Время пошло, я понял, поднял, приподнял, ё-моё! Так, Аркан, я еще по-любому найду отвечать, ты нужен, я не справлюсь с этим заданием, вообще изи! Так, сколько времени осталось примерно? Говори, ориентируй меня по времени. Сколько там секунд? 10 осталось, походу! 57 секунд. Блин, подожди, вот это Аркан или нет, ты не знаешь? Аркана вроде. Это Аркана? Подожди, а это легендарка точно. Сколько времени осталось? Примерно говори. Блин, мама! Так, я ящик куплю. Надо купить Аркану. Вот это Аркана вроде бы. Блин, или это легендарка, ребята? Кто знает, где Аркана? Как же это сложно. Тут куча наклеек. Сколько времени осталось? Примерно говори. 30 секунд. 30 или 3 секунды? 30. Фух, еще куча времени. Так, надо найти. Так, это не Аркана, это не Аркан. Где Аркан? Тут нет Аркана. Сейчас будет самое жесткое. Что я успел? Задание. Что я хотел купить вот скин? Нет, все, поздно. С
смысле? Минута прошла? Да! Да! UMP-45-BIST. А ну зайди, пожалуйста, зайди. Ты ж хочешь. Тик-так, привет! А что там за кнопочка? Продай! Продай! Ты не смей это делать! Наркана руки раздевай! Ты хочешь это сделать или нет? Да, хочу. Ставь за 003. Так, поставил. Что, можно не продавать? Хочешь, да? Это шутка? Хорошо. Это шутка? Самый главный вопрос. Ты хочешь продать Аркану за 003? Да, я хочу. Да, давай. Аркана! Пока-пока! Стоп! Аркер, ты кил! Заходи, ты хочешь зайти, да? Хочешь? Заходи, я сказала! Да я зашел, ну что дальше давай, делать? Продавай! Так, да, продай! Пиши за 003! Опять? Вот, за 003! Нет, это слишком жестко, пожалуйста, не надо! Я продал! Покажи, пожалуйста, свое самое главное богатство. Вот, самое главное богатство, нет, вот смотри. Нет! Пожалуйста, не начинай. Я меня рожу как мамой. Честно, все, ты меня вывел. Давай, листай к ножам. Давай, листай. Что? Не смей. Давай, листай. Стоп. Куда ты пальцами тычешь? Я сейчас пальцы тебе поломаю. Не смей. У меня к тебе главный вопрос. Ты хочешь это сделать? Да! А ты хочешь подарить мне этот прекрасный скинец? Слышишь, ты не наглей, дорогуша. Хочешь, да? Да! Ты же хочешь сделать мне приятное? Так, я что-то не понял. Продолжите в телеге, ребята, подписывайтесь! Да, я хочу сделать тебе приятное. Готов за 1330-30. Да я готов. Сливай! Слил! Хорошо, ты готов к самому-самому последнему заданию? Что? Какое еще последнее задание? Самое последнее, заходи в свой инвентарь. Что? Нет, только Кирбит Гол, нет! Ты не посмеешь. Так, подожди, ты хочешь это сделать? Да. Заходи, я сейчас буду его ловить. Шутка, у меня нет голды, ты просто его сольешь за 003. Рандом. Нет, это не смешно. Нет, это не смешно. Давай, кнопочку. Продать. Нет. Да что нет, подожди. Что ты нет говоришь? Ты хочешь это сделать? Говори, да, я хочу это сделать. Да, я хочу это сделать. Пиши, одна голда. Сколько? Одна? Ладно, шутка, за 0.3, за 0.3. За 0.3? Конечно, все. Нетка, я тебя накажу. Короче, давай, я считаю до 5, и ты сливаешь. Ты готов это сделать? Да, я готов. Что ты вообще искренне скажите? Вау, ты рад, что ты готов. Ты вообще, ты хочешь слить? Да, я очень хочу. Всегда мечтал продать термит голос 03. Всегда. Конечно, любимый, я люблю тебя. Я не отражу. Раз. Два. Это шутка? Да что ты думаешь, я жестокая? Да! Ты думаешь, я жестока? Все. Я челлендж выполнил, скажи мне просто только одно. Челлендж выполнил? Да, выполнил, молодец. Ох, Анетка, готовься, я тебе такой челлендж потом приготовлю. Тебе сладко не будет! Ну, мои уважаемые папе, Джончики и любимые подписчики, прямо в эту секунду прожмите огромнейший лайкусик, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Но если хотите на халяву получить 5 костерей голды, жду всех в моей телеге по ссылочке в описании. С вами был ваш Кентуха, ну точнее, бедный Кентуха и Анетка. Всем удачи, всем пока.